Меня Ярослава, мне 13 лет. Тебя таки называют Ярослава? Не, называют меня Яся. Но когда мама зовет Ярослава, иди сюда, я начинаю пугаться, что-то страшное произошло. У нее не проходит и дня, чтобы она не записала какие-то события в дневничок. Обязательно оформит красиво. То есть такой, знаете, мини, скажем так, роман, который она пишет в своей жизни. У меня каждая глава под своим заголовком. Если, например, ночевала у подружки, пишу там, рассказываю, какие приколы с нами случались. Ну, мы как бы типа дружим. Недавно. Куда-то там сходить с ним, там на улицу даже хотя бы. Но не всегда получается у обоих. Подружки у меня такие, конечно, что ты мне не сказала, что это такое, почему я об этом не знаю. Я долго вот хотела попасть на какое-то такое шоу. Мне вообще даже интересно проверить свои способности. Вот как это вообще все, это всю атмосферу хотела себе почувствовать. И вот я здесь, и, конечно, написать надо про это все. Вот запомнить все, чтобы потом, когда взрослая уже была, то открыла, прочитала. Понимаешь, боже, какой насыщенный день был тогда. Здравствуйте. Давай знакомиться. Да. Как зовут тебя? Яся. И я пришла сюда удивить вас. Это любопытно. Сдивуй нас. Давай. Ох, так классно.
цікаво. Мені цікаво взагалі, що така гарна дівчина і вміє свистіти. Свистіти так, як вона свистіла от котрубочкою, це не є так просто, як вам здається. Це важко, крутиться голова і взагалі ще про свистіти мелодію. Це дивно для мене. Такий талант, який просто однозначно талант. Ну що з талантом робити? Я не розумію. Що робити з талантом, як його продати? Ну, у меня, например, есть мечта свистеть вместе с симфоническим оркестром. Супер идея! Вы купите квиток на концерт свистуна? О, знаешь? Вот это вот... Свист потрібний! Голосуємо свист. Голосуємо, я перший. Хто свистнув, той за. Тебе одне так є. Дякую. Слава. Два так є. Дякую. Далі у тебе буде проблема. Лежіть! Тихо! Є! Дякую велике! Три так, але що будемо робити далі, ми ще не знаємо. До побачення! Дякую! Я думаю, людям буде цікаво, правда? Подивитися на неї в телевізорі. До побачення! Куда, Слав, Слава, говори, краще говори, краще говори. У меня точно денег не будет, если я так буду высвистывать. А я тоже умею свистеть. Я могу свистеть начало композиции из кинофильма «Профессионал». Пока я только эту часть различил. Моя мама сказала мне... Мені раз не виходило, ми раз йшли так само, вона взяла таке око. Мама тебе так гукала, так? Ні. І цей. І я думаю, мама, як ви це робите? Вона мені здивувала, вона більше мені такого не показувала. Якщо вам сподобався виступ учасника шоу «Україна має талант. Діти», будь ласка, підписуйтесь на YouTube-канал «Україна має талант. Діти» і перегляньте цей виступ ще раз, а заодно усіх найяскравіших учасників цього шоу. Будьте з нами!